Всем привет, с вами Настя! И со мной сегодня ребята! И это вторая часть битвы подписчиков. У нас есть 10 ячеек. Каждая ячейка предназначена для одного человека. У ребят будет 3 раунда. Первый раунд длится 1 минуту, второй раунд длится 5 минут, и последний, третий раунд длится целых 10 минут. Обязательно досматривайте это видео до конца, потому что именно вы в комментариях будете решать, кто выиграет. Ну а победитель у нас получит 2000 рублей. Итак, ребята, вы должны будете сегодня и сейчас, в данный момент, за 1 минуту построить хаги-ваги. Давайте отчет. 3, 2, 1, время пошло! Отчет пошел на таймере. Давайте. Креативность принимается, смешное принимается. Если будет похож и очень красивый, то тоже принимается. Все принимается. Главное запомнить, что у вас 1 минута всего лишь, и что-то нужно успеть построить за это время. Если у вас будет незакончена постройка, то это не очень. Лучше сделать что-то маленькое, но красивое. Конечно, поэтому не забывайте об этом, ребята, давайте, я вас верю, вы такие у меня креативные, такие молодцы, я верю в то, что вы сможете сделать крутизну, такую крутизну. Сколько времени осталось, Настя? Времени осталось 10 секунд! Давайте, ребят, у вас вообще ничего не осталось! 3, 2, 1, таймер вышел, заканчиваем, все, ребят, время вышло. Итак, смотрим с первой ячейки, что тут у нас ребята успели построить. Первая ячейка — Гвен Милсяга. Она успела построить только... Это Хаги-Ваги, который поел борща. Хаги-Ваги поел борща. Ну, какая-то она немножечко кривая. Ну, ладно, ничего. Ладно, все равно оценивать будут подписчики. Че пристаешь, 1 минута? Ладно, извините. Так, тут у нас буква А. Нет, блин, Б. Арбуз. Ну, З уже не влезет. Арбуз. Арбуз. Итак, третья ячейка. Кто у нас тут? Чепка. Чепка. Что у него за ушки? Это глаза. Они немножко вылезли. Вылезли из орбит. Почему у него рот какой-то круглый? И прозрачный. Бесконечная дырка. Смотрите, тут надо сделать вот так. Подожди. Мамочки, рада, не надо. Стас, не надо. Дети, напоминаю, дети. Так, а что тут такого? Это он, это. Тут стрельба в рот. Это он ест мороженое, дурак. Мороженое это. Вот, у него оно застряло в глотке. Спасибо, Чепка, мы поняли. Итак, следующее. А кто у нас за этой ячейкой? Ну-ка, покажись, автор работы, покажись. Кто не покажется, кто тот... Строил? Строил у нас Милс, кто-то там? Милсявер строил. Ну, слушай, очень даже неплохо. Не похоже на Хаги-Ваги, но мордочка красивая. Итак, следующий у нас тут автор Свин. А Свин построил, в принципе, похоже. Осталось только вверху добавить такой чебупель. Знаете, как на этом, на чебуреке есть такие колючие. Вот это вот осталось на голову Хаги-Ваги просто поставить, и все, в принципе. В принципе, готово. Мне нравится. Пока что самый похожий такой получился. Итак, тут у нас какой-то пирожок. Синий пирожок. Он пирожки с мясом или сыром. Смотрите, можно было ему вот так волосы сделать. Оп. Ребята, кстати, берите себе на заметку, что можно с помощью флагов делать. Глаза, да. Там, рот, нос. Больше флагов используйте, можно очень интересно все сделать. Конечно, времени мало, но можно постараться. Реально, это Спайк из Brawl Stars. Если его сделать зеленым, то прям одно и то же. Вот смотрите, похоже. Итак, переходим к следующему кандидату на победу. И тут у нас только... Ну ладно, у меня была надежда, что сзади будет какое-то лицо, но пока что это просто чувак из какой-то такой... игры пиксельной. О, спасибо, Стас, теперь более похоже. Пожалуйста. Теперь согласна. Он танцует, он такой, типа, вот так вот. Йоу. Опа. О, смотри, Украина. О, реально. Мне нравится. Ну, прикольно получилось, на самом деле. И креативно, и одновременно похоже. Классно. Да, ну... Кто тут у нас автор? Автор Силгуния? Да, Силгуния. Так книг читается. Ага. Молодец. Так, ну, это красиво. Очень минималистично. Ой, ну, слушай... Неплохо. Ну, это чем меньше блоков, тем меньше времени ты потратишь. Поэтому, ну, в принципе, мы приветствуем все работы, которые у нас есть на этих полях. Классно. Да, очень. Мы любим всех. Итак, поехали к следующему, последнему, наконец-то. Ага. Слушай, ему вот так вот добавить, вот так вот сейчас жопку хочу добавить.
Оп. И это уже собака. Собака. И вот так вот сделать. Мне нравится, прикольно получилось. Ребят, ну а вы сейчас обязательно переходите в комментарии и пишите, кто, по вашему мнению, выиграл в первом раунде. Ну а мы пока что переходим ко второму раунду. А чё ты тут, а? Хотел тут это, схитрить, да? Схитрить хотел. А я все видела, ты не удалил два блока. Подготовил себе, значит, сразу. А ты шо? Там самый хитрый, да? А давай. Кто там еще ставит блоки? Эй, ребята, Можно перед вторым раундом я буду как девочка на боксе? Как? Это как? Вот так вот идти, типа, второй раунд. Второй раунд, на который у ребят есть всего лишь 5 минут для того, чтобы построить хаги-ваги. Второй раунд, девочки. Итак, я ставлю таймер на 5 минут, и через 3, 2, 1, время пошло! Строим хаги-ваги, давайте. Ой, что у всех желтые блоки начали появляться, обалдеть. 5 минут, у кого есть 5 минут? Кто-то вышел из игры. Попытка номер 2, где свободно? Вот, предпоследняя, сюда, ко мне. Давай, быстро. Хаги-ваги, можно я у тебя украду блоки? Силгунья. А кто с каких блоков строит? Кто-то строит с шерсти. Ой, нифига, кто-то строит, что это у нас такое? Это у нас бетон, и это у нас лазуритный блок. Ничего себе, по-богатому. Так, ну ребята, некоторые уже достраивают, некоторые ребята еще наполовину только построили. Ребята, напоминаю вам, что у вас осталось 3 минуты на постройку. 3 минуты! Поэтому строим быстрее. Не забывайте про всякие детали, крутые детали всякие. Обязательно строим детали. Блин, у меня аж у самой появилось желание построить хаги-ваги, реально. Мне интересно, как бы это получилось у меня. Если вы хотите, чтобы я в битве домов в следующий раз построила дом хаги-ваги, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте лайк этому видео. Потому что если вы поставите лайк этому видео, я сразу же пойму, что вы этого хотите. Да ты гений! Да ладно! Офигеть! Реально, красавчик! Не пали контору. Давай, я уберу тебя эту штуку, она тебе не нужна. Все, время вышло! Итак, первая ячейка, начинаем. Автор у нас Гвен Милсяга. Что тут у тебя? Покажи табличку, что ты там написал. Настя, ты лучше за мой счет. Пиво, а где пиво? Пиво, да? Где пиво? Ну, как-то потом, да? А мне будет пиво? Сочтемся. А почему ты бошку ему не достроил? Я немножечко сделаю тебе красивее, давай. Потому что, ну, что это такое? Все, красиво, хаги-ваги. Просто прелесть. Пушка, Стас, ты портишь. Что это за Симпсоны? Кто за Симпсоны? Смотри, подожди. Он фокусник своего рода. Ну, ничего себе. Слушай, Гвен Милсяга, мы тебе помогли. Смотри, какая красота у тебя. Писька растет какая-то у него. Отлично, нормально. Ой, как хорошо. Это, короче, знаете, у него шишка, и он скрыл ее шляпой. Итак, второй арт у нас. Вау. Вот это ты хорошо сделала, Софа. Ты молодец. Успела хорошечно, конечно. Я видела, как она делала эти флаги. Молодец. Но почему он розовый? У меня единственный вопрос. Софа, ответь мне на этот вопрос. Почему он розовый? Это сестра хаги-ваги. Неплохо. Можно я тебе тоже немножечко помогу? Вот так вот. Оп, оп. Спасибо, получилось. Красиво, но так же лучше. Но так же лучше. Смотри, какой страшный. Супермозг. Софа, прости, если я на самом деле сделала уже не специально. Итак, переходим к следующему, третьему арту. Голова в форме сердечка. Как мило. А что это у нас за фонарики тут? Давайте прочитаем табличку. Что тут? Право и лево. Это руки из игры. Гениально. Смотри, это как руки из игры. Реально. Прикольно, типа слушай, в банке. Тоже закрыт, сложно достать, а я могу. А кто тут у нас автор, кстати? Кто автор этого произведения? Чепка. Чепка, красавчик. Следующий хаги-ваги, смотри, он стоит на краю. А кто у нас автор тут? Милсявер, ты что ли? Да, ты молодец. Слушай, пока что этот самый похожий. Ну ты прям красавчик, ну могёшь, да. Но пока что этот хаги-ваги больше всего мне нравится. Он такой прикольный, но ему опять не хватает вот этого. О, круто, да. Красота, Софа, спасибо. А всем улучшаешь арты. Идем к следующей постройке. Что тут у нас такое? Флаги. Ой, прикольно, смотри, флагами украсили шерсть. Да. Крутотень. Да, красавчик. Круто. А кто? Кто, свин, ты построил? Вот эти детали прикольные. О, молодец, молодец. Настя, молодец. Знаешь, что он говорит? Что? Что нужно поставить лайк под это видео. Обязательно ставьте лайк, если вы еще не поставили. Ну вы чего, ребята, давным-давно уже пора. Пойди, ребят. Слушай, арт прикольный, но не хватает вот этого. Так лучше. Абсолютно все будут с такими зубками. Но вот это, смотри, пока что конкурируют вот этот и вот этот. Они как раз рядом стоят. И очень далеко друг от друга на этих платформах. Поехали, так, давай дальше. Что это у нас тут? Жопкой кто-то повернулся. Надо развернуться. Стас, у меня есть... смотри.
Кто хочет, чтобы вас съела жопа, подходите. Жопа Хаги-Ваги сожрет вас, отходите. А можно я кое-что от себя добавлю, сейчас? Давай. Не, ну он и говна, конечно, наложил, но я в шоке. Что за говно вывалил, какашка какая? Ну ладно, тут это, моя дальше постройка, ее нужно очень оценить. Так, постройка Стаса, понятно, Стас, мне кажется, тебе тоже стоит это добавить. А, понятно, не стоит, да, все нормально. Все есть, все есть. Ну неплохо, Стас, могешь, а почему он на коленях ползает? А это он проиграл уже, все, конец игры. Хорошо, пусть ребята оценивают. Это финал Хаги-Ваги, смотри, у него попочка тут нормальная такая, неплохая. Ну дверь хорошая. Смотри. Ребят, вам там что, медом намазано или что? Я не понимаю. Что это такое? Отойдите, оно вас сожрет. Булочки какие получились, какая прелесть. Как я так четко это все построила, обалдеть. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут... Влад А4. Меня зовут Попа Лас. Я в своем белом халате, я знаменитый врач. Ага. Я пойду расследовать данную территорию. Так, может у меня получится влезть в эту темную дыру. Итак, пещеру. Итак... Итак, о, я внутри, ребят. Как слышно? Плохо! Я внутри, я внутри. Стас, прием! Прием. Ой, красота, еще и флаг Украины на башке. Ну что это так сразу видно, украинец, это все срочно. Это заслуживает 1 000 000 баллов. Пузика, о, как мило. Ну вы знаете, чем меня покорить? Просто поставьте табличку с пузиком, надпись пузик, и я вся ваша. Я в пузике. Че, говно добавляем? Не, ни в коем случае. Смотри, меня съели. Тебя съели, а ты в пузике. Простите, ребят, я не порчу, я просто делаю красивее. Вот это пока самый красивый, особенно с твоими флагами. Да, прикольно получилось. Итак, следующий. Ну да, не самый лучший. Так, следующий. Ну тут вот так вот не хватает. Смотрите, вот так вот. Оп-оп-оп. Ну все, теперь он сожрет каждого. Итак, переходим к последней постройке в этом раунде. Красиво, красиво. Если бы еще тело, то это прям фаворит. Просто. Это прям победа. А кто это строил? Кто это строил? Фолдос, ты? Ты строил? Ой, молодец. Красота. Молодец. Постарался. А повторите, пожалуйста, кто строил вот эту вот постройку? Вот это вот. Какую? Самую красивую? Силгуня. Да. Силгуня? Вот. Ты строила? Серьезно? Ничего себе. Обалдеть. Ребят, если вы вдруг голосуете за вот эту постройку, что она лучше, то вот пишите, запомните, что Силгуня выиграл в комментариях. Если что, пишите. Первый раунд выиграл тот-то. Второй раунд выиграл тот-то. Третий раунд выиграл тот-то. И я буду понимаете, кого больше, тот и выиграет 2000 рублей. Ну а мы сейчас переходим к третьему, последнему, решающему, финальному раунду. Итак, третий раунд. Ребята, я очень сильно надеюсь на то, что за 10 минут вы сможете построить реально хорошую, качественную постройку. У вас есть целых 10 минут, постарайтесь, пожалуйста. 3, 2, 1, погнали! Таймер пошел, отчет, видите? Отчет пошел, отчет пошел. О, погнали. Мы видим просто желтые квадраты сейчас, желтые квадраты идут. Слушай, все строят вот желто-синий. Него прикольно. Все мыслят одинаково. У вас 10 минут. Главное, заморочитесь над деталями. Чем больше деталей, тем оно будет красивее выглядеть и оригинальнее, чем просто какие-то сплошные блоки, которые просто будут вверх расти и все. Я вижу уже, знаете, комменты ребят, которые участвуют в этом ролике. Они будут писать свой ник в комментариях под этим видео. Я вам говорю, потом найдете. Ребят, я каждому на территории поставил ткацкий станок. Используйте его для флагов. Ложите флаг и красители, выбирайте узор. Чтобы у всех были красивые флаги с красивыми узорами. Глазки, рот, шерсть и попа. Обязательно. Смотри, Настя, тут что-то вообще гениальное вырисовывается, смотри. Где? Вот, у Силгуньи. А, слушай, что-то интересное строит. Давай, Силгунья, давай! Засунь красивый плащ. Давай, можешь не спешить, я верю в то, что у тебя получится клево. Ребят, у вас у всех должно получиться клево, обязательно постарайтесь, потому что у вас времени еще дофигище, просто дофигище. Подумайте, что скажет мама, если вы выиграете 2000 рублей. Мама она скажет, похвалит вас и потом скажет, ну, пока у меня в кошельке полежат, потом верну. Никогда не вернет. Мне нужнее. Но вы прокормите семью на 2 дня. Настя, у меня к тебе предложение. Пока мы там ждем, пока все строят, давай, может, это... Телепортируйся. У меня... Я игру придумал. Привет. Смотри, давай поиграем в перебивание свиньи. Мне кажется, лови. Так скорее убьем, Стас. Не-не-не, она бессмертная. Это что, футбол? Да. Ой. А, ты проиграл. Добился? Ну, ладно. Давай следующую. Не-не-не, подожди. Мы должны разделить добычу. Вот так вот начинают выживать. Ой, так красиво на самом деле жарится мяско. Ребят, сейчас кушать будем.
дадим приз кому-то, свининку жареную. Не забывайте про мою секретную рубрику. Сейчас случайным образом умрет один человек. Ну, это секунд пять буквально у вас пропадет, но рандомным образом умрет один человек. И это Силгунья. Извини. Силгунья! Беги к своему Хаги-Ваги. А ты лети не потерялась? К своему Хаги-Ваги. Да, лети, кстати. 3, 2, 1, ребята, все, стоп. Время вышло. Разбился на спиртюзик пузик. Ну что ж, ты постоянно разбиваешься. Итак, начинаем с первой ячейки. Это у нас Гвен Милосяга. Слушай, красиво получилось, красиво. Смотри, медовые соты в руке. А что это? Это пиво? Это пиво, Гвен, это пиво? Это пиво? Или человек? Какой человек? У него в руке пиво или нет? Человек и пиво? Что? Человек в пиве, смотри. Блин, прикольно. Ой, слушайте, неплохо получилось. А, вот человек, Стас. Человек вот у него в руке. А вон пиво. Вам что, ребят, выбирайте. Человек или пиво. Итак, идем ко второй постройке. И вторую построечку у нас построил гусь. Софа. Итак, смотрим. У нее тут поставь лайк. Какая милота просто. И цветовочки рассадила. Так, следующая постройка у нас. Чепка крат, что не верит тому, Стас придет. Это Чепка, да? Чепка, это ты построила? Умничка. Вау! Это офигенно, 10 минут. Просто офигенно! Реально, смотри, какие зубы круто. Детализированные, смотри. Да, ну, мне только, тоже блин, нравится. А смотри, там видно, еще проход, смотри. В рот есть, видишь? Вот, видишь, как? Класс! Реально очень круто, это заслуживает победы, в принципе. Итак, переходим к следующему. Почему тут так много свиней? Извините, пожалуйста. Что за нашествие Антона собратьев? Итак, следующий арт у нас построил. Кто тут построил постройку данную? Милосявер. Ой, мамочки родная, какой он страшный. Ну, прикольно, сама идея крутая, в принципе. Похож, реально похож. Смотри, сколько зубов, вообще жесть. Так прикольно, очень круто. Вместились все в его рот. У него 3 ряда зубов, смотри. Да пофиг вообще. Хаги-Ваги он такой, знаешь ли, непредсказуемый. Итак, следующая постройка. Кто у нас тут что построил? Кто тут построил? Свин! Свин построил. Ой, ну оно как-то странное. А чё у него язык такой? А чё странно? По моему мнению, очень круто. Да? Ну смотри, оно все похоже как шерсть. Вот язычок такой милый, прикольно. Ну да, он такой, знаешь, не настоящий Хаги-Ваги, более милый такой. Ну смотри, да, язычок. Он милый очень, потому что и то, что у него открытый рот, не пугает, короче, вид вообще. Так, что тут у нас? 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. Ага, поняла. Так, это у нас Маша построила. Маришка. Так, слушай, ну где-то мы такое видим. Видели, Маш, тебе это не кажется, не? Мне кажется, это уже где-то было, как бы, ну. Слушай, прикольно, получилось мило, но, блин, вот минус то, что это было уже в прошлом раунде. Так красиво. Я поймал на взятке Гвен, она мне салом платит. Не поняла. Руки на стол. Все, с рук убираю, руки на стол. Это взятка. Она сказала, чтоб я задобрил ее постройку, и она мне дала сало. Ну-ка, быстро сало так мне все дай. И было. Сало я мне не дай, вру. Быстро. Быстро сало дай. Все, теперь все по-честному, и мы никому не расскажем. Полиция изъяла это очень страшное вещество. Сало. Удивительное вещество, которое меняет сознание человека. Я украинец. Вот это круто. Вот это реально круто. И это у нас что-то написано. Абибас штанина. Какой он модный, ребята. Так, что тут у нас? Постройка Силгунья. Силгунья. Какая ты талантливая. Силгу. Попа. Попа. Срака! Типа рука знаком сердечко, как мило. Он еще и сердечко всем ставит. А может, ты обратишь внимание, пожалуйста? Что ты про жопу орешь? О, я в жопе. Фиолетовая. Моего любимого цвета. Как раз. Как синяк прям. Силгунья, просто класс. Силгунья строит лучше нас. Силгунья. Смотри, кстати, я хочу тебе обратить внимание на плащ Силгуньи. Посмотри. Ну-ка, Силгунья, покажи плащ. Жопа повернулась ко мне. Смотри, у него рука, да, в форме сердечка. Итак, следующая постройка. Ее у нас построил, ну-ка, кто тут? Юзик-пузик, не строитель. Ой, прикольно, красиво получилось. Итак, Юзик-пузик, ты молодец, конечно. А вход в жопу есть? Жопы нет, ну чего ты так, Юзик, а? Жопа где? Подвела. Где жопа? Простите. Итак, последняя постройка, финальная. Ее у нас построил Фалдос64, который вышел из игры. Но суть та, что он построил.
И у него самый красивый рот из всех, которые мы сегодня видели. В нем даже побывать хочется. Слушай, кстати, у него же зубы хаги-баги такие вот острые, типа клыки такие. И если добавить вот эту вот растительность красную, то будут похожи на его зубы. Да-да-да-да-да, как раз вот. Очень красиво получилось. Ребята, все молодцы, красавчики. Просто нереально крутые постройки, вы все очень креативные. Ну а вы, ребята, обязательно оценивайте в комментариях и пишите ники тех ребят, которые выиграли по вашему мнению. Ну а с вами были мои любимые подписчики. Помахайте ручкой, всем помахайте ручкой. Всем пока-пока.